Привет. А я тебе завтрак принесла. Между прочим, из Лиможа. Шеф-повар передает привет своему любимому руководителю. Я не буду есть. Ну что, как маленького тебе надо уговаривать? Я не понимаю, что заставило Машу сделать это признание. Что произошло? Если бы ты с нами был в ту ночь, ты бы не спрашивал, Олег. Я спрашиваю сейчас. Это было очень страшно. Врач сказал, что сердце Саши не выдержит. Кардиологический шок, и шансы выжить практически нулевые. Я тогда все бегала, договаривалась об операции, звонила Заболотному, чтобы он нашел хирурга, в общем, не дай бог такое пережить кому-то. Но я была занята, это не давало мне думать о самом страшном. А Маша, она ничего не могла сделать. Была в ступоре. Поэтому и сломалась. Говори с ней. Я думаю, что Маша всегда понимала, что она поступила чудовищно. Но когда она увидела, как это могло бы быть с моими возможностями, я же буквально у нее на глазах спасла девочку. Олег, я понимаю, что это звучит нескромно, но ты попробуй посмотреть на это глазами Маши. В общем, она решила признаться. Она готова повторить это признание в полиции? Я не знаю. Это был эмоциональный порыв. Вполне возможно, она об этом пожалеет, если уже не пожалела. В общем, я решила пойти в полицию сама. Зачем? Боже мой, Олег. Эта история не может длиться вечно. Мы должны поставить точку раз и навсегда. Маше ничего не грозит, столько лет прошло. И потом, мы же не собираемся ей предъявлять претензии. Не надо. Не показывай эту запись никому. Олег, ты что, хочешь скрыть правду? Нет. Скрыть правду я не хочу. Может, все-таки поешь? Уйди, пожалуйста. Тебе надо ее забыть. Олег, я тебе уже все сказала. Не звони мне больше, пожалуйста. Маша, мы должны поговорить. Я сейчас нужна Саше. Хорошо, я к тебе сейчас приеду. Что вы делаете? Мне нужно срочно отъехать по делам. По каким делам? Вы что, вам в таком состоянии вообще вставать нельзя? Маша, ты меня слышишь? Дождись меня, пожалуйста. Что? Дайте телефон. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Олегу Николаевичу, что вы сами к нему приедете.
Если он в таком состоянии выйдет из больницы, я на дежурстве. Это моя ответственность. Я не могу приехать. Я сейчас у больной дочери. Скажите ему, что приедете позже. Пожалуйста, я вас очень прошу. У меня тоже дочь. Хорошо, дайте ему трубку. Да. Я приеду позже. Маш, это очень важно. Спасибо. И как вам это удалось? Она же не закоренелая преступница. Просто несчастная женщина. У нас с мужем к ней претензий нет. Вы уверены? Мы хотим только одного, чтобы дело было побыстрее закрыто. Да, конечно, мы приложим все усилия. Но вы же понимаете, что видеозапись у нас это не доказательство. Я обязан допросить Марию Теплову под протокол. Конечно, и... Я очень надеюсь, что тайна следствия будет соблюдена. Фамилию Полянских и так уже нещадно потрепали из-за всей этой истории. Да, можете не волноваться. Давайте руку. Там к вам пришли. Осторожнее, осторожнее. Только больше не срывайте, хорошо? Я ее впускаю. Ты как? Более-менее. Садись. Сашка. Лучше. Звони ей сегодня. Не надо, не звони ей, пожалуйста. Сашке может стать хуже. Все, что с ней случилось, это из-за нас. Пожалуйста, не звони. Пообещай, что не сделаешь этого. Хорошо. Только когда ты скажешь. Чего ты хотел? Я не верю, что ты знала о подмене детей. Этого не может быть. Придется поверить. Нет. Ты не могла. Почему не могла? Ты думаешь, что так хорошо меня знаешь, я у тебя как на ладони. Почему? Потому что я люблю тебя. Теряла дочь. Саша, прооперировали, все будет хорошо. Да, теперь все будет хорошо. Я должна была сделать выбор. Что за выбор? Я выбрала дочку. Маша! Маш! Поговорили?
Нет, спасибо, все хорошо, я посижу. Наконец-то. Сегодня-завтра тебе позвонит следователь Кощук и вызовет тебя на допрос. Ты придешь и подтвердишь свое признание под протокол. Алло. Я слушаю. Хорошо продумаем вашу с мужем аферу, чтобы вы не путались в показаниях. Хотя я не думаю, что он будет пытаться тебя подловить. В общем, ты все поняла. Если что-то пойдет не так, Александра увидит видео. Какая же ты мразь, а? Что, прости? Я все сделаю. Просто исчезни навсегда. Смел сюда прийти. Добрый день, Анна Витальевна. Охрану вызвать? Так себе идея. А вот это вам понравится. И что это? Петр Антонович, я видела эту несчастную женщину. Она ничего не знает о подмене. Зачем ты сейчас об этом? Дело сделано. Тем более ты обещала молчать. Я думала, что все в курсе. Оказалось, что нет. У этой женщины нет денег. Ребенок обречен. Ну, хорошо. Давай поговорим. Сколько ты хочешь? Нет, Анна Витальевна. Все не так просто. Денег я не возьму. Ты что-то говоришь. И что тебе надо? Семья, любовь. И все, что у вас к этому прилагается. Не поняла. Это мои условия. Я хочу вернуться в ваш дом. В качестве мужа Ульяны, отца вашего внука и начальника отдела маркетинга в компании Олега Николаевича. Это невозможно. Да ну? 15 лет назад в роддоме Ева вы такую махинацию провернули. Для вас, Анна Витальевна, нет ничего невозможного. И как ты узнал? От мамы. Вы, конечно, ее тогда не обидели, но она все-таки порядочный человек. Ну, разумеется. Все порядочные люди хранят чемоданы компромата. Одна маленькая запись. Ну, какая? Я дам вам время подумать. До завтра. А потом позвоню Олегу Николаевичу. Пошел вон. Алло? Зачем вы отдали своему сыну запись? Вы же понимаете, что он может нас всех подставить? Запись? Запись вашего разговора с Колобовым. Какого черта вы это сделали? Я вам что, мало заплатила? Нет. Надо было записать компромат для шантажа и хранить его много лет. Зачем? Затем, Анна Витальевна, что я желаю счастья своему сыну и будущему внуку. Все, что я делаю ради них. Мам,
На меня сильно обижаешься? Нет. Разве что самую чуточку. Я рада, что все обошлось. Я тогда наркотики первый раз попробовала. Честно. Я знаю. Прости меня, пожалуйста, за все это. Я больше так не буду, обещаю. Ну, мы же с тобой можем очень хорошо и дружно жить. Да, Шуш? Конечно. Как там Олег? Нормально. Нет, правда. Нам же с тобой никто не нужен. Ты да я. Ну, Варю будем иногда приглашать, да? Нет, давай только без Вари. Ладно? Хорошо. Ваша мама прислала мне СМС. Я только что отправил с ее телефона. Она писала вам перед смертью. Что? Она вчера умерла. Мои соболезнования. Я хочу разобраться, почему перед смертью она думала о вас и что она имела в виду. Присаживайтесь. Я должна признаться, мы спасали сына. От чего именно вас спасали? Понятия не имею. У меня все хорошо. А 15 лет назад? Тогда действительно я чуть не умер в 11 лет. Как? Несчастный случай? Нет, я болел. Мне тогда давали пару месяцев максимум. Но отец пробил операцию в немецкой клинике. У нас таких тогда не делали. В каком месяце? В ноябрь, кажется. Да, точно. Зимой я уже был дома. Все сходится. В ноябре в роддоме, где работал ваш отец, подменили наших детей. Мы с вами это уже обсуждали. Мой отец не был в этом замешан. Но ведь ваша мама перед смертью почему-то писала мне. В какой клинике вас оперировали? За какие деньги? Бесплатно. Отец нашел международную программу. У него были связи в научном мире. Это нужно проверить. Мой отец... заслуженный врач с безупречной репутацией. Как будто в роддоме Ева не работали другие медики. Полиция там уже всех проверила. Мне не стоило сюда приходить. Никита, вы ищете правду? Мне тоже она нужна. Я подумал, что должен переслать вам сообщение, раз она его начала писать. Больше я ничего не должен. Всего доброго, Олег Николаевич. Ваша родная девочка Варя вас совсем не интересовала? Я знала, что она Полянская, у нее все хорошо. А мысль о том, что Полянские могли бы легко вылечить Александру, не приходила вам в голову? Приходила. Но я же не могла после того, как Сергей их обманул, обращаться к ним же за помощью. Скажите, а как ваш супруг отреагировал на срывивую аферу? С перспективой всю жизнь содержать больного ребенка. Уехал в Германию. И вы даже после этого не обратились к Полянским? Нет. Полянские не имеют к вам претензий. Мы будем закрывать дело. Вот. Простите еще раз и подпишите. Да. Борис Дмитриевич? Да, Олег Николаевич. Ко мне только что приходил Никита Колобов.
Кто к вам приходил? Никита Колобов. Он сказал, что в детстве ему делали дорогостоящую операцию в немецкой клинике. Так, и вы думаете, что Сергей Теплов дал Колобову взятку, и на эти деньги в немецкой клинике прооперировали его ребенка? Возможно. Нужно проверить эту информацию. Хорошо, я проверю. В нашем деле появились некие обстоятельства. Так просто его не закроешь. Ну, подписывайте. Подписывайте. Зачем тебе эта запись? Сама мне сказала, где она лежит. Мне звонила Полянская. Ты ее шантажировал? Нет, мам, мне не нужны деньги Полянских, мне нужна Ульяна. Я люблю ее. И нашего ребенка люблю. А эта запись – это последний шанс их вернуть. Каким образом? Нас с Ульяной разлучила Анна Полянская. А я хочу наоборот, сделать ее своей союзницей, чтобы она помогла нам помириться. Нет. Кирюш, не связывайся с ней. Мам, ну ты же столько лет зачем-то хранила эту запись. Ну вот пришло время. Все будет хорошо. Больше никогда не обижу Ульяну. Малыша, у тебя будет прекрасный внук. Лучше внучка. Или внучка. Он сказал, что хочет вернуться в наш дом. Игорь, что мне делать? Придумай что-нибудь. Я тебе тут не советчик. Я вообще не понимаю, зачем нам надо было встречаться. Игорь, мы с Олегом расстались. Жаль. Ну почему ты такой холодный? Ты думаешь, я тебя использую? Ты же всегда так делаешь. Нет. Я знаю, что ты ничем не можешь мне помочь. Просто скажи, что ты рядом со мной. Я с тобой. Как всегда. О, Господи. Неужели это конец? Столько всего выдержать, вытерпеть. А что в итоге? Жизнь моей дочери зависит от желания этого подонка. Ну, или моя репутация. По-моему, выбор очевиден. Да, я знаю. Это конец. Девчонки, привет. О, я с вами. Позвать Инну Андреевну? Нет, Инну Андреевну я отпустила, так что ухаживайте за мной сами. Кстати, какие планы на завтра? Я с утра к врачу. Так давай я тебя отвезу. Как в прошлый раз? Ульяш, девочка моя, ну что ты, на меня все злишься. Только давай не рано утром, а подождем, когда трафик схлынет, и где-нибудь часам к 11 поедем. Тебе ведь не анализы сдавать, спасибо. Обычно плановый осмотр. Ну, отлично. А потом навестим Сашку. Я с вами поеду, хорошо? Ульяна едет на осмотр. Что тебе там делать? Ты там точно лишняя. Мам. Варь, ты с нами?
Валь, ну смотри, получается же. Так, амбассадор. Варь, что-то не так? Иди сюда. Варь, ну что случилось? Ты лишняя. Она так и сказала. Проговорилась. Все рано или поздно проговариваются. Кто? Мама. Она никогда меня не любила. А у отца новая женщина, Маша. И она не хочет ничего с нами общего иметь. Получается, я никому не нужна. Как мне нужна? А Сашка вообще меня ненавидит. Почему? Ну как? Она же к тебе за помощью пришла. А ты позвонил мне, а я Маша. Получается, я ее сдала. Не знаю, Сашка не такая. Слушай, а давай поедем к ней в больницу. Чи-чи, амбассадор. Ну, по идее, к ней уже должны пускать. Все, амбассадора сейчас отведу. Давай. Ничего себе. Мам, пойдем. Не хочешь с ним поговорить? Нет. Знаешь, а давай я сама с ним поговорю. Зачем? Ты же его терпеть не можешь. Угу. Тогда я еще не знала, что значит остаться одной. Улыбайтесь, Анна Витальевна. Подонок. А мне вас как называть? Мамой? Не зарывайся, мальчик. Мы же теперь семья. Нам все можно. Это тебе. Знаешь, а мне показалось, что он действительно раскаивается. Но, конечно, решать тебе. Пойдем. А то мы к врачу опоздаем. Здравствуйте, ребят. Здорово, что вы пришли. Саша будет рада. Она на поправку уже идет. Вы проходите. Мне в магазин нужно выскочить. Пойдем. Как ты? Лучше всех. Вкусные мандаринки. Ну все, ваша миссия выполнена. Можете идти. Навестить больную подругу. Саш, ну зачем ты так? Ты реально думал, я буду вам рада? Меньше крысятничать надо. Я позвонила тогда твоей маме, потому что знала, как сильно она тебя любит. Проехали. Позвонила. Все, не оправдывайся. Да, моя мама меня любит. Сюрприз. И вообще, знаешь... Мы не будем с вами больше жить. Без Полянских хотим. Без вас, без проблем. Тебе мой отец жизнь спас, Саша. Я знаю. Так, девчонки, давайте без разборок. Ну, вы же сестры. То сестра, она... Если вот разобраться биологически, то сестра моя родная – это Ульяна. А ты мне абсолютно никто. Варь! Догоняй. Спасибо.
Варь, ну не бери в голову. Это же Сашка. Она сгоряча и не такого можно говорить. А Маша? Она же сквозь меня смотрела, ты видел? Тоже сгоряча. Варя? Привет, мам. Мы с Витей навещали Сашу. Добрый день. Молодцы, мы с Ульяной тоже пришли навестить Сашу. Пойдем. Твоя мама сегодня какая-то странная. Да, не похожа на нее. А давай купим тебе хороший кардиотренажер, чтобы когда ты вернулась домой, он у тебя уже стоял в комнате. Классная штука, будешь меня пускать. Ну да. Тебе еще ходить после родов надо. Ань, я буду жить со своей мамой. С кем? С моей мамой Машей. Не обижайся, я знаю, ты оплатила операцию. Просто... Просто так будет легче для всех нас. Да, но я думала, что это не окончательное твое решение. Ты еще подумаешь? Окончательно. Добрый день. Я думала, у тебя Варя с Витей. Да они зашли на минутку, а потом уже ушли. У них свои дела. Пойдем поговорим. А девчонки здесь пока посекретничают, да? Хорошо. Ты сама не понимаешь, насколько это плохая идея. Девочке после операции надо восстанавливаться в хороших условиях, и я не понимаю, зачем ты настраиваешь ее против меня. Я ее не настраиваю, это ее решение, она хочет жить со мной. Ну так повлияй на нее. И здесь будете меня шантажировать. Нет, я просто надеюсь, что разум возобладает. Ты ведь желаешь Александре добра? Я не буду на нее влиять, она взрослая девочка. И так уже дров наломала из-за того, что ее пытались манипулировать. Но я приму любое ее решение. Надеюсь, вы тоже. А ты вообще в курсе, что он у вас деньги тырил? Сашка, ну давай без этого. Я помню, как вы с Кириллом цапались, только не нужно всякий бред про него придумывать. Нет, я серьезно, я сама видела. Просто не говорила, чтобы не расстраивать. Ты его простишь? Нет, конечно. Я не знаю, как жить без тебя и без ребенка. Просто не знаю. Все из-за этой единственной глупой ошибки. Единственной? Конечно. Ты что, сомневаешься, что это был только один раз? Если бы она хоть что-то для меня значила, может, было бы не так больно. Ты знаешь, почему я это сделал? Почему? Потому что я постоянно чувствовал себя чужим в вашем доме. Человеком второго сорта, недостойным тебя. Прости, я знаю, это звучит глупо. Не подумай, что я пытаюсь оправдаться. Оправдания из меня нет. И быть не может. Я знаю, ты меня не простишь. Но позволь мне хотя бы иногда видеться с тобой. И с нашим ребенком. Он же все чувствует. Инна Андреевна, а придумайте сегодня на ужин что-нибудь интересное на ваше усмотрение. Хорошо, на петельной гостей ждете? Да, и комнату подготовьте. Скорее всего, он останется ночевать. Кирилл, надо, чтобы дети помирились.
мой любимый брусничный соус. Спасибо. Он у вас божественный. Ты куда? Даже мясо не попробовала. Я не голодная. И голова болит. Всем приятного аппетита. Будешь? Нет, спасибо. Вы меня простите, я могу вас оставить ненадолго? Кирилл, я сказала тебе уйти. Не прогоняй меня. Я же люблю тебя. Я не могу без тебя. Кирилл! Кирилл, пусти! Кирилл! Варя! Я не должна была. Это твое дело. Ты меня осуждаешь, да? Ты бы никогда на моем месте так не поступила. Не знаю, я же не на твоем месте. Как там Саша? Ты была у нее? Саша хорошо. Идет на поправку. Скоро вот тоже выписывается. Вы поссорились? Она не хочет меня видеть. Это что? Да так, по работе прислали. Ты что, жилье ищешь? Я поняла. Я никому не нужна. Ни тебе, ни маме. Я просто для всех чужая. Варь, ну что ты? Как ты такое можешь говорить? Ты моя принцесса. Я тебя очень-очень-очень люблю. Больше всех на свете. Тебе и Ульяна. Варя, мы можем ехать домой? Олег, что происходит? Да все в порядке. Завтра меня выписывают. И я возвращаюсь домой. Правда? Добрый вечер, не отвлекаю? Мы проверили операцию Никиты Колобова. В 2006-м в Германии ни в какой программе клиника не принимала участия. Обычная платная операция. 100 тысяч евро перечислили через некую компанию «Крылья». Что за компания?
Да я вас хотел спросить. Не слышали о такой? Она давно закрылась. Нет, не слышал. И еще такой момент. У Сергея Теплова в то время не могло быть таких денег. Мы его проверили вот и до. Совершенно исключено. Значит, это не Сергей Теплов. Но либо это была невзятка. В конце концов, мальчик болел несколько лет. Родители через разные фонды собирали деньги на его лечение. Может, наконец собрали. Получилось. Именно в ноябре? О чем мне тогда хотела написать Людмила Колобова? Нужно проверить эту компанию и отследить платеж. Я непременно проверю, можете не сомневаться. Но пока признание Марии Тепловой выглядит убедительнее этого всего. У меня все. Пап! Малышка моя. Добро пожаловать домой. Здравствуй. Привет! А, красотка, а? Как вы себя чувствуете, Олег Николаевич? Ты что здесь забыла? Мы помирились с Ульяной, пока вы были в больнице. Пошел вон из моего дома! А ничего, что это мой дом тоже? Кирилл ко мне пришел. То есть ты его уже простила, да? За измену, за предательство? Ну, мама же тебя простила. Пойдем поговорим. Не при детях. Ты же понимаешь, что я вернулся только ради дочек. Ночевать буду здесь. Инна Андреевна все приготовит. Я в курсе. Олег, мне самой не легче, но выбор Ульяны мы должны уважать. Какой к черту выбор? Он мерзавец, и мне казалось, ты это прекрасно понимаешь. Она его любит. А любимому человеку прощаешь все. Ты хотя бы к столу выйдешь. Мне нужно срочно уехать по делам, переоденусь и выхожу. Анна, ты что-нибудь слышала про компанию «Крылья»? Нет. Извини, Аня, не мог говорить. Был на совещании. Что-то случилось? Игорь, у нас проблемы. Олег вышел на крылья. Помнишь, тот платеж на операцию ребенку 15-летней давности? Этого мальчика звали Никита Колобов. Он сын того врача, который... То есть это была взятка? И ты провела ее через мою компанию? Использовала в темную, значит. Молодец. Если бы я был в курсе, я бы все почистил еще тогда. А теперь даже не знаю, чем тебе помочь. У следствия будут вопросы к тебе. Сделай что-нибудь. А тебя можно поздравить? Блудный муж вернулся в семью. Игорь, я тебя умоляю. Почисти историю платежа с задним числом, чтобы они ничего не смогли доказать. Пожалуйста. Попробую. Спасибо. Нет, я съехала. Здравствуйте, Вера Анатольевна. Куда именно? Адрес не подскажете? Последнее, что меня интересует, ее адрес. Всего доброго. Сегодня не Машина смена, без понятия, где она. Она тебе случайно свой новый адрес не говорила? Нет. Я вообще не знал, что она куда-то переехала. Жаль.
Николаевич! Я знаю, где она живет. Зачем ты здесь?